Каникулы сократили, меньше будут отдыхать в новогодние праздники казанские школьники. Ученики остальных школ республики отдохнут 14 дней. Столичное управление образования внесло изменения по согласованию с родителями ради безопасности учащихся. Рустам Миниханов встретился с представителями компании «Knauf». «Германия является ведущим стратегическим партнером Татарстана», — сказал президент. По сравнению с прошлым годом, товарооборот с ФРГ вырос на 80%. 250 одаренных детей, Дед Мороз и бременские музыканты. Сегодня в Казанском театре кукол «Акият» маленькие татарстанцы стали участниками новогодней сказки. Большое шоу развернулось в холле. Эта благотворительная детская елка стала первой в этом году.